С июня 1941 года до смерти Гейдриха в июне 1942 года я возглавлял оперативную группу «Д» и был уполномоченным шефа полиции безопасности ИСД в 11-й армии. Где действовала группа «Д»? Группа «Д» действовала в Южной Украине. Вам известно, сколько человек было ликвидировано группой «Д» под вашим командованием? С июня 1941 года по июнь 1942 года оперативной группой ликвидировано приблизительно 90 тысяч человек. Оллендорф был типичным идейным нацистом. Отец пятерых детей, хорошо образован, как вы могли заметить. А когда ему задали вопрос, зачем отряды под его прямым командованием убили около 90 тысяч евреев и людей других национальностей, он объяснил, что это была самооборона. Самооборона, спросили его. Германия напала на соседние государства, какая же это самооборона? Он ответил: мы же знали, что Советский Союз планировал нападение на Германию, а значит, должны были предотвратить нападение, напав первыми. Тогда его спросили, зачем вы убивали евреев? Всем известно, что евреи поддерживали коммунистов. А если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. А как же дети? Зачем вы убили тысячи детей? Ну, если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, они, кстати, никогда не говорили «убили», «уничтожили», только «ликвидировали», то они стали бы врагами Германии, а нам нужна была безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать.